искали еще один блошиный рынок, но нашли девочек. Просто пейджер можно купить, нифига себе. Сегодня у нас очередная прогулка по Гонконгу. И мы спешим на паром. Через 30 секунд он отчаливает. Привет. Привет. Денис, Тая. Куда мы едем? Мы едем по самым криминальным районам Гонконга. А здесь криминально, что ли? Тая сказала, что... Раньше было. Раньше было? Когда? Сейчас уже, наверное, нет. Лет 20-30? А, потому что я рассказывал, тот район уже снесли. А, ну тот, да, то там клав. Его парк построили. Да, жалко, кстати. Но еще остался вот этот Чункин Мэншн. Пока не снесли, надо посмотреть на него. Сейчас мы поедем, да, туда зайдем. Вот. Та, я, кстати, ни разу туда не заходила. Мне страшно, я ждала вагон дверей. Не, да, я туда заходил. Обычный рынок, типа, с арабами и с индусами. Прикольный переход. Еще одна попытка купить камеру. Тин Чи Юнг. Он работает? Что-то как будто никого нет. Тетушка сидит. Hello. Do you have DJI Action 3? Action 3. Yes. No stop. No? Yeah, sure. I see. Окей, thank you. Нет, надо руку вот так нужно. Это аналоговый. Деревянные трамваи. Зачем камера? Только маньяк. Маньяк. Стоп. Да, это его метод. Ясно. Да, с говорят, что раньше, типа, оно было крайне, и дальше вода начиналась. А, в смысле, вот это добавили все это? Все было добавленный вода. Берег? Это было, да. То есть здесь уже океан был? Да, 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 да. То есть оно было прям на пирсе стояло. А-а-а, вот ничего себе. Самая низкая цена за дёрти кофе в Гонконге 35. Окей, пробуем. Hello. Hi. You have dirty coffee? Yeah, dirty. Yeah, you want? Only one. Normally, with normal milk, with soy milk. Okay. Thank you. Должен быть холодный стакан стеклянный из холодильника. Ну, это вкуснее, чем на ламе. Да. Например, молоко вкуснее. По 340 рублей. А вот дешевые совсем. 160. А вообще
по 110 рублей. Перед сет мани, вставляй деньги. $4. 40 рублей, да? Необычные лавочки. Какие-то прям маленькие. Хорошо. Дай вам можно перекинуть сиденье. В какую сторону тебе надо? Говорилка. Привет. Здесь кто-нибудь есть? Так, ну, без воды просто. Нет, всего. Можно выбирать, какую хочешь сторону. Уходящий остров Гонконг. Да, на этой лодке не очень приятно плыть, потому что выхлопные газы чувствуются сильно. Как вы? Пока это большой Гонконг, континентальный. Так, и вот мы выбрались на континентную часть Гонконга. Даже есть маленькие уточки. 1 чайный дом. Так, минутка чайного контента. Просто я не знаю, мы тут были очень давно, тут было супер дорого. И вот сейчас еще одна попытка посмотреть, что тут есть. Что-то по ценам нет нигде, да? Есть. А, есть, вот. Ну смотри, нормально. Ну, да, еще не так плохо. Всего 7 тысяч рублей. Всего 5 тысяч рублей. Ну по 190, конечно же, нет. Так, то, что за стеклом, скорее всего, очень дорого. Это новые. But cannot compare with this one. Ah, this one all 20k Hong Kong dollars, right? Like Now maybe every year a bit increase. Because now this is the special place. Сколько? По 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Да, или больше. У нас в России есть что-нибудь со сколами? Пуэр, да, мешок пуэра? Да. Вот так вот пуэр хранится. Это гонконгский, видишь, такой разломанный, там микс, я думаю, все. А тут тоже чай? Ну, это 800. 800, в смысле? За 100 грамм, наверное. 8 тысяч за 100 грамм. Что, там чай нальют? Да. Вау. Wood fire. Yeah, understand. 30 тысяч рублей тут стоит, да? 20 тысяч, да. А, 20 тысяч рублей. Задумайся. 20 тысяч рублей будет. Дороже, чем все чайники, которые... Use my husband. Oh, your husband. Oh, you're very young. You get married. No, we're not young. Я подошел вот это, она сказала, типа, глина особенная. Я в те времена обжигал... Ну, это вот это, про которую мы все время говорим. Что она в те времена обжигалась еще в дровяной печи не вылетит. Ну, понусь. А погоди, а то, что ты чай готовишь воду на электрической плите, это не обесценивает чай? Ну, лучше на углях, да, конечно. О, нам сейчас этого мусорного чая нам кидают. А, она сняла специально, я сейчас заварю и вот это. Strong taste or one? You prefer strong, strong, medium or light taste? Strong. Strong, okay. Yeah. Погнали. Так, погоди, а чай два разных цвета? Потому что первый начали, а вот это? Потом тебя набьют из того пакета твоего. Да, нам рассказывают историю, что мы пьем чай 1950 года, типа ему 70 лет, хранится он в таком вот мешке. Ну да, да, давайте сейчас 70-летнего чайку вам заварю, какие-то чуваки с улицы зашли. Верим? Не совсем. Да, подозрительно. Надо дома вначале его еще попробовать. Ну так он, да, он вставляет, конечно. Нет, пока мне нравится, но мягкий, хороший чай. Да, чайничек, ой, чаечек вставляет. Сколько мы выпили? Чашечек по 5-6 и уже такой поплывший. Здесь.
элегантный. Такое ощущение, что здесь даже дороже выглядит, чем на острове Гонконг. Ну, в эту часть, да. Такие элегантные мужчины. Здесь вообще обычную дешевую одежду покупают. Она продается в Гонконге? Да, как ты ходишь, везде какие-то бутики сверхдорогие. Они все одеты в бутики в основном. Везде вот это, да, бутичное. А это что происходит? А что там люди делают? А, там гадания, да? Нет, гадания, мы поедем на гадания в другое место. Это очередь, видимо, в Болгарии. Они, видимо, ждут открытие. Это очередь в Болгарии? Да. Они сидят на пластиковых стульчиках? Да, ждут очереди, когда открытие. Да ну, что за унижение? А вон с другой стороны тоже. Это очередь сюда? Сюда? А там никого нет как-то. Не может быть. Все выглядит очень странно. Предлагаю вам перепрятать все, что можно у вас достать из рюкзаков. А, то есть настолько все опасно, что могут что-то спиздить? Ну, я не знаю. Тогда я просто что-то преувеличивает, мне кажется. Страсти нагоняет. Окей. Нет, в России у нас там индусов, правда, нет. С арабами. А, есть индийский рынок, кстати. Ну, такой нормальный. Вот она, знаменитая Тинкинменшин. Потом фильм посмотришь. Мороженое. Дешевая, всего 130 рублей. Вообще, я с удовольствием. Так. Такая заветренная пицца. Здесь для 4. Здесь, наверное, можно дешево поесть. Африка, пожалуйста. О, даже по-русски написано. Отправляйте деньги своим близким. А где рубли? Рубли нет. Чай, кофе. Ну, опять камера. Не расстроился. И электроника, и еда. Все по соседству. Ну, а когда тут у них что-то пусто все. Да. Ничего не сравнится с московскими рынками. Все равно везде пока все слабовато. Савеловский рынок. Вы даже не доехали еще до рынка. Да? Да. А, даже в Шимшипот не доехали? Не, ну Шимшипот тоже маленький. Я имею в виду... Маленький. В Москве, где индусы, салаты, у нас тут гигантские. Воронок с телефоном. Гигантские. Это какое-то старье просто. Ой, значит, воронок. О, это что, готовые бургеры? Это просто булочки. How much? One tray, 36. All. 36? 30 pieces. 26 долларов. 30 штук? Да. 30 штук? Да. Это самые дешевые яйца? А, oh, no, thank you. Теперь вы знаете, где самые дешевые яйца. В Гонконге. На каком-то рынке. Какая здесь станция метро? Цин Ха Цуэй. Тейсти. Тейсти? Тейсти. Тейсти. Да, ну продают здесь всякую шлепаторию просто. Так, цены на массаж ног. Ну дешево, 180. 1800 рублей. Ну, а так дешево. За сколько? За час? За 45 минут, наверное. 30 минут. Нифига себе дешево. 30 минут. Нужно в Таиланд. Ничего себе. Вау. Так, мы попали на ночной рынок. Блошиный рынок. Не еда, а куча-куча товаров. Он ночной, потому что здесь типа нелегальные продажи этого всего. Какое-то бешеное количество всего. И во все стороны такое-то разветвляется. В одну сторону, в ту сторону, в ту сторону.
даже какая-то техника бэушная, в смысле гаджеты. Вот одни сворачиваются, такие более основательные продавцы, и выходят вот такие вот, кто на земле продает. Только-только расстилаются. С пианино, вон сковородки, смотри. Где? А вон парочку. Ну, они какие-то, в принципе, небольшие. Может, там уже... С двумя ручками сковородка? Нет, там одна на другой стоит. А вот это недостаточно? Нет, нас побольше, да? Нет, просто пейджер можно купить, нифига себе. Смотри, помнишь такое? А, пейджер. Пейджер. Алкоголь какой-то или что это? Настойки, наверное. Да, настойки, скорее, китайские. Какие-то открыточки. Все, тут есть фонарики, самые. Они приходят с фонариками, покупатели. Какое барахло. Да. Вон чайники, кстати. Может, вон там натуральные чайники, настоящие? Почему? Как ты можешь быть уверен, что это шляпа? Ну, так видно. Ну, как ты видишь? В чем секрет? Ну, когда ты видел много настоящих, ты можешь подделать. А может, это самые настоящие? А вот чашечки, смотри, какие. Может, это настоящие? Да чем чем плохие чашечки, из которых пить чай? Какие-то не очень. Ну, эти 70-х. Каких 70-х? 70-х, 80-х, да. Журналы, вот, класс. Кому нужна кассета? Следующий рынок. Или не рынок? Продают предметы, резиновые изделия номер 1 и 2. Yeah. А вот у нас стоят девчонки, район пурпурных фонарей. Здесь так симпатично. Никакой. А как этот район называется? Temple Street. Живет любовь на Temple Street. Храмовая улица, то есть это храм улицы. Святая улица, по сути дела. Класс. Искали еще один блошиный рынок, но нашли девочек. Мы идем в сторону Star Ferry, туда, откуда мы приехали. И там тайский массаж. Тайский массаж? Массаж, да.
странное существо какое-то собирает капусту. Говорят, здесь дешево. По пути нам попался относительно дешевый магазин. Кстати, кофе можно купить за 300 рублей. Виски Сантори японский за 2000 рублей. Шоколадка Ритер Спорт за 120 рублей. Гиннес за 130 рублей. Ну и так далее. В общем, здесь достаточно дешево. За 80 рублей всего. Вообще дешево. Фисташечки. Денис каждый день употребляет средства для мытья посуды. Мистер Мускул. От Лейс. Грязные руки просто уже смотрели. Потому что это написано продукт в терке. Супер посыпка. Я уже на острове Лама. Вот на эти лавочки кладут вещи, которые хотят кому-то отдать. Ну, типа ненужные вещи, но еще могут пригодиться. Вот здесь кладут их. Правда, из минусов то, что под дождем. Там бывает электроника какая-нибудь лежит. Все это мокнет. О, в горочку тяжело подниматься. Очередной день прогулки завершается. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.